Народ спит, все едут, все нормально. Кто стал спереди, оттормаживаться, вон та Волга, очевидно, ну и... А, то есть это цепная реакция, да, такая? Да. А вы водите точку? Да, вот, борда. Сильный ущерб-то? Ну, посмотрите, спереди, сзади. А сзади вот так? Я стал останавливаться, но меня въехали, я даже не остановился еще. А скорость высокая была, невысокая? Да нет, там метров, наверное, 5 от самого до той машины, впереди. Я уже почти останавливался. А с какой скоростью примерно ехали? Вот километров 60, наверное, я. Километров 60, да? Да. Потом начали тормозить, и я стал тормозить здесь. И меня въехали.